Кухня ЖКХ. Добрый день. Сегодня на кухне ЖКХ мы говорим про капремонт. В гостях у нас гендиректор управляющей компании «Актив Комфорт» Максим Маньков. Здравствуйте. Здравствуйте. Многие дома столкнулись с тем, что вместо желаемого там утепления или ремонта крыши фонд капремонта проводит работы на фасаде. Либо вообще не проводит ничего, потому что сейчас такие цены, которые подрядчиков просто не устраивают, и многие торги признают несостоявшимися ни по одному разу. То есть дом может остаться либо совсем без ремонта на какое-то время, либо с работами, которые не очень желанны. Что делать жильцам таких домов? Вообще жилищное законодательство предусматривает два способа формирования денежных средств на капитальный ремонт. Это на счете регионального оператора и на счете специализированной коммерческой организации в банке, да, где владельцем может являться управляющая компания. Когда денежные средства сформированы на счете регионального оператора, региональный оператор формирует программу вместе с органами местного управления, в соответствии с которой делается капитальный ремонт того или иного имущества, который истек срок, грубо говоря, его эксплуатации. Решением общего собрания можно перенести срок проведения капитального ремонта того или иного имущества, если есть для этого достаточное основание. Зачастую бывает такое, что в переносе сроков проведения капитального ремонта отказывается. Выходом из ситуации может быть формирование денежных средств на спецсчете, да, в банке. Сами жители выбирают и подрядчика, и вид имущества, которое нужно отремонтировать, и стоимость этого ремонта. И на основании только решения общего собрания денежные средства могут списаться с этого расчетного счета и быть оплачены подрядчику. Это хорошо, когда есть у жителей достаточно денежных средств. В последнее время много аукционов не заканчивается успехом, не находится подрядчик на проведение работ. У нас конкретные дома, вот, допустим, Орловская 27 и Октябрьский 48, не найден подрядчик, потому что цена на проведение работ слишком низкая. Соответственно, опять дома просаживаются, дальше идет разрушение, ущербы жителям. Ответственным жителям стоит через управляющую компанию свою задуматься о создании спецсчетов и очень детально проводить работу по капитальному ремонту. Допустим, решили жильцы перейти на спецсчет. Два вопроса. Можно ли из фонда капремонта забрать деньги, которые уже уплачены? И второй, как скоро произойдет этот процесс перехода, как скоро дом и управляющая компания смогут обращаться с деньгами? Денежные средства, которые не потрачены на проведение капитального ремонта, они, естественно, возвращаются, перечисляются на специальный счет через год с момента принятия решения общего собрания. Бывают же, наверное, случаи, когда дом хотел бы потом обратно вернуться в фонд капремонта. Это возможно? В рамках действующего законодательства возможно все это. Главное, чтобы не было у жителей неисполненных денежных каких-то обязательств, да, или если уже фонд капитального ремонта вложился за жителей, либо брали какие-то денежные средства в кредитной организации. И это точно так же примерно год и занимает? По закону это уже быстрее. Там, насколько мне известно, если не платить, мгновенно, это 2 или 3 месяца, что-то такое. Спасибо. В гостях у нас сегодня был гендиректор управляющей компании «Актив Комфорт» Максим Маньков. Кухня ЖКХ.